Всем здорова, братва! С вами, как всегда, кофе Алекс Фокс, и сегодня мы снова будем открывать новые кейсы в CSGO! Хайо, братишки! А также, друзья, помимо новых кейсов, сегодня мы будем делать контракт на новые пушки из новой коллекции! Да! Yeah. Вот, сегодня, ребятки, мы будем крафтить М-ку просто с непонятным названием. Ну, серьезно, вы сможете прочитать Декиминатор? Что это вообще такое, ребят? Где как переводится это слово? Вот, самое главное, что эта М-ка красивая, и стоит она дорого, потому что сегодня мы будем крафтить статрек Эмгу. Вот. Поэтому, ребятки, давай, пожелайте нам удачи, потому что я чувствую, что сегодня нас ожидает что-то такое прям... Что-то годное. Да, что-то реально крутое. Что? Что? Ты видел? Только как такое вообще может быть? Так, Сань, нам нужно говорить про нож. Сань, нам нужно срочно говорить про нож. Надо, надо. Мы все время говорим про нож, а он нам не выпадает. Ну, кстати, да, точно. Тогда... Ну вот... Опять что-то тайное пролетело. Это был юспик, так, и нам прилетает МАК-10. Ну, не, я уже хотел сказать неоновый гонщик, но потом вспомнил, что это не он. Это Last Dive. Тоже непонятно, как переводится, конечно, ребятки, но неважно. Так, открываем следующий кейс и смотрим, что нам сейчас от него выпадет. Нам ничего не выпадет, все как обычно. Блин, Сань, ты прикинь, нам сегодня реально что-то крутое выпадет. Смотри, видишь, такое ощущение, какое-то белое пятнышко на носике. Понимаешь, это то же самое, я уже говорил много раз, что он реально очень сильно похож. Похож на 10 белое тыгл пламя. На конце. Ну, Саня, это не я сделал. Так, статрек 5-7 капилляри. Что это тоже такое? А, даже... А, рецепт, да, получается, Скар 20-й. Блуйпринт, по-моему, это рецепт, по-моему, как так называется. Не в курсе, давай дальше. Возможно, ребятки, это была неточная информация. Давай же, откроем это. Давай же, откроем. Ну, смотри, и нам прилетает статрек Save It Off Zander. Или Zender, не знаю, как правильно прочитать, ребятки. Но он тоже очень сильно напоминает нам какой-то там Save It Off, который выходил давно. Так, они у нас почему становится... не могут нормальные пушки выбрать? Дофига много. Ну я тоже вот этого не понимаю. Пушек. Не, ну ладно, калаш красивый, юспик тоже нормальный, М-ка нормально, а ВП вот эта строка прям давай, вообще крутая. Докатись. А все остальное как-то, ребятки, ну такое, понимаете, такое. Ну-ка, акустик они выбрали, юсп хороший выбрал. Да, есть такое. И АВП хороший. И ЦЗ-шка прикольная тоже. И М-очку выбрали. Хорошую но тоже. Нам в любом случае прилетает синевая, и мы никогда больше, наверное, не увидим фиолетовое, розовое или же золотое. Топ или тут, же красный. Ну, 5-7 такое, Сань, понимаешь? Не знаю, прикольный. Я знаю, что есть, ну вот смотри, вот ты сейчас заговорил про него, и он нам выпал. Почему, когда мы говорим про нож, нам нож не падает? Почему? Ну, как бы много еще раз красок, у ножей очень классные просто. Да, там, да. Отношение куда-то, типа, нового стиля волны добавили ножик. Типа, таких стилей. Ох, друзья, 5 MP7, который тоже напоминает нам MP7, который добавляли давно. Ну, я чувствую, Саня, что нож мы точно уже никогда не увидим. Вот тебе бизон, сегодня у нас бизон. Тоже еще один бизончик. Вот бизончик. Какой еще один? Понятненько. Это первый в этой серии. Ну ладно, первый, но я просто говорю, что он, и в прошлой серии он только был, позапрошлый. Так, смотри, дробовичок нам прилетает сезона. Тоже, конечно, ну, в принципе, прикольно, но, ребятки, уже как бы подешевело в цене, прям очень сильно упало, поэтому я даже и смотреть не хочу, сколько она стоит. Снова тайная пролетает да. Нам, отличненько, да. Но нам еще ножик же пролетал, помню. Конечно, Сань, помню, что недавно нам пролетел как раз-таки ножик. Не выпал, а пролетел, ребятки, и у нас тем временем остается просто 3 недостаточно? Кейсика. Нет. Он пролетел, это уже не, что-то. Конечно, понимаю, когда нож пролетает, это заряд эмоций, как бы, да, ну, блин. Было бы круче, чтобы он нам выпал, Сань, согласись, а он не да? Выпадет. А вот так вот, спасибо, да. Да. У нас остается 2 кейса. Два кейса, и посмотрим, что из них выпадет. Наш Ардон отвигается и выпадает себе. Save it off. Просто вот этот дробовик, ребятки. Вот этот дробовик. А вот остался вы посмотрите. Ну это топовый дробовик. Сколько он стоит? Подожди, дробовик этот стоит. Сколько? Сколько? Мне подожди, Сань, мне просто реально интересно. 17 рублей! Олег, остался последний ключ. Итак, последний, ребятки, шанс, последний ключ. Последняя надежда. Последний шанс, последняя надежда. Итак, ты еще сегодня повторился за мной. Мы получаем под конец... Сань, ну это, по крайней мере, не синева. Знаешь, как бы да. Серия заканчивается у нас не синевой. И, по-моему, это пушка закаленного бояка, потому что ничего не видно, что на ней нарисовано. Да, ну, серьезно. Погнали уже. Присмотрись, про. Да, все, да, вот погнали. Так, ребятки, контракт. Теперь что, мы, теряем мы время? Будем делать контракт. Единственное, будем делать единственная мясо. Надежда на то, что сегодня у нас серия будет реально удачной, это контракт. Вот надежда вся реально сейчас будет на него. Итак, смотрите, надежда. Ребятки, что мы надежда. Купили для Поплакать этого... Надежда.
этого контракта. Сейчас, давайте я все закину, короче, все обязательно. А сколько, да, скажи, сколько стоит один Mac 10? Примерно 1000 рублей. То есть у нас их сегодня 5 штучек, 5 вот, чтобы было, конечно же, больше шансов на выпадение. Да, в шахматном порядке. Итак, смотрите, какие у нас шансы. Либо нам падает АВП Fever Dream статрек прямо с завода, либо ТЗшка прямо с завода статрек. Либо М4А1С. Да, либо М-очка. Детонатор или дикиматор. Нет, там дикиматор как-то это называется. Ну, странное реально название. Вот, либо же нам падает ФАМАС, механопушка прямо с завода статрек. Либо же П-90, неглубокая могила. Либо же Save It Off, принцесса пустоши. Вот, Сань, конечно, будет очень круто, если нам повезет сейчас на новую коллекцию. Но это не точно, дело. Понимаете, ребята. Нарисуй сердечко, сердечко. Сразу нарисуй. Попрошу вас поставить сегодня огромный такой жирненький палец вверх. Прям трясешь, лайкусик, правда, поставьте, потому что серия получается у нас реально дорогой, и мы хотим вас сегодня и выпадает. Удивить. И нам сегодня выпадает... За что? Просто за что? Почему? А давай посмотрим, сколько он стоит. Ребят, я даже не хочу смотреть, сколько он стоит, реально. Давай посмотрим. Я даже не хочу смотреть, сколько он стоит, потому что это сейчас будет такое разочарование. Просто 920 рублей. Карл. А мы идем дальше, пошли. Ребят, вот реально, вот даю вам совет. Никогда не крафти вот что-то вот подобное. Гейб, он жмот. Гейб, он такой, понимаете? Гейба не исправить, ребята, все. Это жесть. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы с вами будем открывать кейсы на сайте forcedrop.net. И у нас, как вы могли заметить, сегодня на балансе 4500 рублей. 1563 рубля. Да, ну это, как вы понимаете, это очень-очень круто. И, конечно же, мы надеемся сегодня, ребятки, что мы войдем хотя бы хоть как-нибудь в плюс. Потому что то, что было в КС-ке, ребятки, это просто такой, просто фейспалм. Такой огромный фейл, что я прям не знаю. АВП. Сань, я тебя услышал, и мы, конечно же, начинаем со случайного АВП кейса. Итак, что же нам выпадет сейчас? И нам, блин, ну, кстати, неплохо. Сколько у нас? Нормально так сужится, нормально. Ну все, а знаешь почему? Давай-ка я... Слушай, Сань, я, конечно, не знаю, получится ли у нас сегодня такое замутить. Ну, типа если мы сможем дойти до нашего кейса, да, поэтому давай я пока что продам случайно АВП. Давай, в принципе, акусик, просто как бы так, смотри, лента в тайном, лента, нифига себе там. А ну давай тайное сразу, пока. Давай, смотри, сразу. Всем там тайны какой, тайное. Смотри, какой шмот раздают-то, а. Давай. Тоже, ребятки, попробуем, о чем мы можем тоже попробовать. Представляешь, подтверждённое убийство выпадает на треке, все, у нас сразу ножик. У нас сразу ножик, да. Сань, если... Так, скажи, эмочка, нормально. Нет, 1695 хватает, рублей, но нам не хватает совсем чуть-чуть. Так, Сань, давай. Так, слушайте, я прям загорелся, я прям загорелся этой идеей. Даже все, три. Меня больше не остановить, давай что-нибудь хорошее. Так, сколько ты стоишь? Сколько? Рублей 600. Так, 800, ладно, мы уходим в небольшой минус, окей, ничего страшного. Неплохо. Смотри, топливный инжектор кому-то выпал. О, пустынный посранец. Ай-яй-яй, чё падает просто, чё падает, ребятки? Ну. Да ладно, подожди, нам не хватает. Нам все равно, сколько нам не хватает? Серьезно, что ли, там 200 рублей не хватает? Давай, докарайся, давай. Ребят, мы должны просто, мы уже должны добить это 100%. Без мы, этого мы никак. Мы всего лишь здесь 2 минуты, а уже... Да. Да ладно. Что? Две косаря. Отлично. Походу, короче, на боты, походу, закупили. Ну, это реально, походу, прошла такая прям контрольная закупочка у ботов, потому что лента прям, прям реально так, знаете, цветет. Смотрите, механопушка, нормально так, да? Твоего кейса там да, калашка вот выпал, калаш красной линии, нормально тоже, по кайфу. Ну, а круто, теперь, друзья, я думаю... Ну опять, смотри, что-то тайное. Ну это, конечно, недорогое, но все равно кому-то возможно повезло. Смотри, камуфляж спецкий кому-то выпал. Да, вижу. Короче, ребятки, сейчас мы реально не открывали давно случайного ножа. И спустя какое-то определенное время мы снова к этому возвращаемся. Итак, я надеюсь, что вы сегодня поставите лайк, потому что, ребятки, я знаю, что вам это нравится. Ты просто посмотри на ленту, что там летает. Вот, ребятки, с вас сегодня лайк, но с нас сегодня азарт. Погнали. 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 Просто на эмоциях, потому что мне самому сейчас страшно и так. Что же мы... Сколько стоишь? Что это? Гамма-дуплер, Саня! Подожди, я только впервые вижу. Смотри, какой красивый нож! Это кто? Это что? Это гамма-дуплер, Саня! Это ты не знаешь такого ножа? Нет. Это гамма, ты чё? Я его впервые так, вижу. Так, все, я его продавать не буду, ребятки, я его... Хоть у нас есть еще шанс на то, что мы откроем 2 дорогих ножа, мне этот нож прям вообще по кайфу, я вообще и я его заберу. За нож. Сань, но у нас есть еще на балансе 780. А, ты хочешь открыть кейс 70? Ты посмотри просто, Сань, ты посмотри!
Еще кому-то нужен. Продадешь атаки, ты не хочешь продать? Нет, Сань, все, такой нож я точно продавать не буду. Ты сказал про баланс, ты хочешь открыть Кейсемченко, конечно, выпадет, я заберу, да? Ты вот это хотел сказать, я вот, ты хотел сказать, ты мне говорил до того, до съемок говорил, помнишь? Сань, да ты забыл просто. Ну какой забыл, в смысле? Ну вот хор забирай. Ну вот хор забирай, так 9 красный кварц за 17 рублей. Ладно, Сань, special for you, я, скажем так, open case right now, yes. В общем, сейчас я открою кейс для тебя за... Ну, выбираю, в принципе, мне как бы уже... Неважно, я так получил сегодня свою конфетку. Так что давай, засекреченная. Засекреченная, да? Просто, Саня, опять, да, как так, ё-моё? А нет, это не повезло. Ну, я не знаю, Саня, убийство может дороже так стоить. 5000 стоит. 5000. Итак, Сань, смотри, повезет тебе или нет? Сейчас мне не повезет, соси песос, смотри. Сейчас будет Саня соси песос X2. Хэштег соси песос. Да ну, задолбал. Соси песос X2. Да, соси песос X2. Ладно, Сань, последняя попытка, даю тебе последний шанс. Кстати, это а будет... что это за нож? Мне просто интересно, что у тебя какой? За нож? Какой? Гамма Дуплер, сейчас идем в клинику и посмотрим на него. Стой, стой. Сколько стоит? Блин, нет. Ладно, продавай. Да все, не надо. В смысле? Не надо. В смысле? Оставь себе. Чё это? Нет, Саня, не, продай, открой тайное мне, продай. Ладно, хорошо, продай. Давай поступим реально так. Итак, ребятки, открываем Сане напоследок тайное и смотрим, что ему сейчас выпадет. Сань, ну сейчас, возможно, будет соси песос X3. Реально. Что? Соси песос, Саня. Все, короче, ребятки, пошлите в клетку. Нет, Сань, все, это твое. Мы реально четко договорились, чтобы все было честно. Все, ребятки, погнали в клетку и примем наше добро. Ну, в общем-то, ребятки, вот так вот примерно выглядит мой новый нож, который называется складной нож Гамма Болт. Он зеленого цвета. Он зеленого цвета, он голубого цвета, и тут еще какой-то такой темно-фиолетовый, ребятки. Это просто офигенный, крутой и красивый нож. Подожди, а сколько он в Стиме стоит? Давай посмотрим. Есть что, кстати, ребятки, я уже передал Сане нож. Ой, фу, какой нож. М-ку, которую он выбил, смотри, ну Steam минус 11 тысяч. Офигеть, он топовый. Ну он просто такой топовый, ребятки. Причем еще как бы цена, я так точно уверен, зависит от количества. От паттерна. Да, от паттерна. Поэтому, ребятки, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы скажете насчет этого ножа и сколько он примерно стоит. Ну а на сегодня все. С вами были, как всегда, Кофи и, конечно же, Алекс Фокс. И не забудь подписываться на наш канал, ставить много пальчиков вверх. И всем пока-пока. Покусики, ребят.